Здравствуйте. Вам здравствуйте. Не хотите сигаретку? С работы пришли? Нет, нет. Ну, угощайте. Раз подразнил. Да я просто работаю дворником. Сегодня выходной. Завтра работа. Конфетку, спасибо. Только у меня зубы от нее будут болеть. Не посоветуете хорошую стоматологическую клинику? В Сноборске ездил, там. А у нас не очень? Не знаю. В Сноборске вообще. Не против, если я закурю? Да, сигарет. Да вот. Просто ушел. Короче, не очень благополучные эти дворы, где лабиринт из хрущевок. Там бесконечно, туда, отсюда, туда, и там бесконечно, туда и дальше. Километры, и туда хрущевки, одни бесконечные хрущевки. Это порождает почему-то гопничество, порождает. Неизвестно почему, но такой факт. Скейт случайно нашел просто. Он сломанный наполовину.